So am I still waiting? This world just amazing. Can't find a good reason. Our hopes are with you. So I am.
continues. Thank you.
Раз, раз, раз. Живой чатик. Все живые. Хорошо слышно? Нечем снять их, Пилар, нечем. Я ничего не нравлю. Опять красный ступит без тебя, не нельзя так чиркнуть, что все так нет. Я знаю, что только сейчас. Потому что я и говорил до этого. Микрофон выключен был. Кстати, не туда пошел. Левый флипер страйк, который не помогает. Хватит, блин, болтать. А, да, он же неуязвимый. Сложный босс, пацаны. Очень сложный.
Уи. Кровь в кишки. Рип Малахов. Сейчас добежим по фастику, да. Кстати, теперь почему не отображается, что тут выход есть. Сейчас с ними поговорим, появится выход. Сейчас должен появиться. Так. Сейчас добежим до пятого акта, да, города. И пойдем на бутылке сидеть. Будет все красиво бомбить. Да, будет. Кусок Адзири, проверяй. Аж 4 штуки. Не знаю, куда его девать. Привет, Чикаго. Сразу на бас. Я не на бас, я только учусь. Дудос? Дудос я еще не вставил. А дудос случается, когда ты не бодисвапаешься. На Малахове только что случился. Серьезно, через эти двери нельзя прыгать. Перечка, как тебе нравится перья? А перья поэта. Еще кругода, наверное. Тоже классно.
to initiate the pain. Our venom stains, a knife remains, but the ending's always just the same. No gain, nod your head to the beat of death as you draw your last eternal breath. Sensations of an invasion that pours right through your veins. You say you'll be on the brain, but just can't wait for your betrayal to tell some tale. But a moving sail will show there's an end of the affair. Какой шанс крита, интересно? 26%. Это сейчас на... Нахрен. Проще пока пьюр дэмэдж иметь, когда нет никаких еще инкризов. Крита. Ну чё, на бутылочку? Ни разу еще, кстати, не видел брича Чьюва. Чтобы такого включить. О. Куда я бутылку-то дел? Вот сюда. О, ну работает. Ей. Что там за мясо происходит? Я развернуть не могу. Окей. А еще управление не помню. Сражаться с ним не рекомендуется. Так. Секунду.
Погромче. Ну, у меня все и так на 100% торчит. Попробуй сделать погромче у себя. А, ну да. Как-то не густо по телефону, ой, по телефону. По патронам ключиков у меня вовк нету. Да, ключиков нету. Давайте прокачаем, чтобы быть как лисички. А лисички взяли спички. А дальше не помню. Уи. Вова, совсем неудобно по громкости. Хотя бы происходит, я не помню уже. По-моему, мы откуда-то упали со своими братанами. Ай, нет. Кто-то там скрипит. Ага. Окей, пусть скрипят дальше. О, пулинки. А, тут же еще можно лутануть. Пацаны! А, то есть, ага, я понял. Пацанов бутылка пролетела, они даже не дернулись. Хорошо. Если я лезу вниз, то внизу там члены. Невкусные. Это меня удручает. Потому что, по-моему, тут я сдох от шипов, которые из земли выдернулись. Ну, соответственно, да. Я, лол, их столько в лолях напихался, что вообще не кайф. Уже не торт.
А еще сейф в жопе мира. Твою мать. Сейчас опять лутать все. Не. Не. Стелс. Входим по-папски. Стой, а где... А где вещь... Что? Мне же должны за обезвреживание отдать, разве... Разве нет? Нет? Похоже, что нет. Твою мать, патроны зарежались. Ну, ладно. Как там, как открыть, как открыть? А, вон, на М. Ширанемся. Где бутылки? Я хочу на них срочно присесть. Вот, это я понимаю. А, вот пульты были где. Лол, вы заметили, что он выкидывает гильзы? Но ведь... Но... Блин, братан, у тебя всего 6 и ничего не стреляно. Нет? Видимо, нет. Пойдем сходим еще за одной бутылкой. Где она там? А, она в текстуры провалилась, окей. Но мы-то ведь жесткие, мы прям сквозь текстуру ее оценим. Так, помидорчики. Слушай, Лола, им вообще похер. Слушай, а как менять? А на R. Короче, ты ёб твою медь. Братан, ну я ж испугался. Нашел время открыть. Ай. Сук, ну этот же тип с каким-то ножиком был. Я его взять, тип, не могу. Да ляг себе, господи. Да ладно. Ножик, который нельзя взять. Это какой-то неправильный ножик. Как-то неловко получилось. Так этот нож, он даже не так хорош. Как хочет показаться. Он не берется. Закрыто. Слушай, Лола, у меня терзают смутные сомнения, что мне сейчас придется гоняться, точнее, бегать от этой стрёмной бабайки, которая как из 2007-го. Япона, мать я, Ванга, иди в жопу. Открыто? Закрыто. В жопу иди. Гори. Да не ты гори, Себастьян. Ну что за животное?
Fire seems to work. Нет, ну действительно, сопли на стене и там лут. Они уже делали это в этой игре. Мама, у меня галюны. Гори, сучка. Слушай, бочка тут явно неспроста. Туда я пойду в последний момент. И туда. Что за хуйня там творится? А. Там кого-то, ну, в общем. О. Это дает мне уверенности в своих силах. Мистер Лутец? Нет. Привет, ебака, как дела? Ну-ка. О, привет. Ну-ка. Ну иди. Да ты шо за говно? Телепорты для питов? Бодисвапает, сучка. Сционка, мать его, через PSP-ны. А чё это за кнопочка? А-а. И чё я должен делать? Не трогай меня, ебака. Стой там и не отвлекайся. А ты дебил. Ну ладно, иди наверх. А чё, так можно было? Читер-донатер. Слышишь, а как ей намекнуть, что я как бы на это... Ну да, давай. Ёб твою мать. Ты чё такая быстрая, ебака? Да нет, 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 нет. В любых нормальных играх на цепь присесть, а тут кинуть, блядь, как спичку какую-то. Слышь, Лола, кнопка-то не работает. Чё мне делать? Приятного аппетита. Не. Я не понял. Я тупой, можно мне попроще объяснить? В смысле, ты ее поджигаешь, она сваливает.
Вообще, я так понял, это ебака вылазит посерединке. Ой, ёпта. Нам с тобой, друг мой, перекатывающийся. Ага, ага, катись, катись, катись. Лаура, любовь? Я бы не сказал, какая-то у вас нынче неправильная любовь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Только не спринти. Давай, давай, как что... Вот так. Да какую ты спичку опять, блин, Себастьян? Используй! Иди к черту, ебака. Давай, давай, давай. Набирайте космической желательно. Ага. То есть, типа, если сюда прийти. Промазал. Ну, Себастьян, ну чуть-чуть пониже, ну махну, ну чё ж ты как маленький-то. Я не понимаю такие моменты, когда хуй пойми, что с ней делать нужно. Сжечь так эта херня не горит. Че, типа нужно в 4 раза вшатать или что? Или труп из... Хотя на ней из трупов вылазит, так что это вообще не помогает. Катись, колбаска. Давай, давай, давай. Можно, на самом деле, из дробовика вшарашить. Вылазь, у меня тебе подарок есть. Вылезла? Развернись, красавец. Окей, ее граб был быстрее. Пойду загуглю, что делать.
Я не знаю, что значит дракшотить. Там пилор на экране загрузки написано. Страшную ебаку с волосами можно победить. Пострелушками, но не стоит. Экран покажу. Я так и знал, что ее нужно жечь. Ну, об этом хотя бы должен быть намек. Шо? Ну, стоят бочки. Окей, жечь. Сколько раз нету ебаку жечь? Так, мать твою, катись, 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 катись. Давай, давай, катись, сука. Где полосочка ХП? Я казуал. Мне как в кое надо полосочку. Все, прикатил. А, о, я-то слышал это. Огня. Я слышал это, я ее поэтому и сжег. Здесь как бы непрозрачно намекают бочки. Они неспроста тут геймдизайнерами вставлены и факелы раскиданы. Но проблема в том, сколько раз эту херню надо жечь. Я этого, например, не понял. Я ее сжег 2 раза. Соответственно, я делаю вывод, что это ей ни хрена не помогает. Вот, ну сжег ты ее, молодец, возьми солки пирожок. Я расстраиваюсь и начинаю искать, как это ее убить. Итог, сжечь 4 раза, где в этом сказано? Вот. I didn't enjoy this shit. Давай, вылазь, ебака. Куда ты пнул? Себастьян, ты что, дебил? Куда он труп пнул? Ссаный некрофил, твою мать. Я тебе портки подарю, памперсы, чтоб туда срался. Каждый раз, когда ты ебучую дверь проходишь. Иди туда, ты ее пинаешь, да, он. Да не, хуй с ним. Ну ладно бы эта ебака не ваншотила. Иди давай. Кусок говна унылого. Что, Пилар, что тебе так понравилось?
Давай, 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 давай. Вылазь, вылазь. Иди на обратно туда к себе. Это не паркур. Она в другом месте заспавнилась. Пацаны. Какая ты страшная. Говно! Пацаны, она не выпрыгнула. Нет, 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 я туда, пожалуй, не пойду. Нет, 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 даже не просите, даже не просите. Себастьян, нашел время встать. Да иди ты в очко. Не-не-не-не-не. Он опять промазал. Себастьян, ты обосрался. Интересная игра. Вау, мне нравится. Геймплей главное, пиздец разнообразно. Катись ты уже, говно. Колбаска, колбаска, давай, давай. Что было страшно? Ничего не было здесь страшного. Здесь была кривая, блядь, игра. Почему, твою мать, нельзя кинуть этот ебучий факел ей в лицо? Почему ты умеешь ей махать, как инвалид только? Твою мать. Катись давай, колба, давай, давай, давай. То, как она, блин, левой пяткой цепляется за лестницу и успевает по ней забраться. Да, да, да и ты туда катись. Давай, 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 давай. Хомана! Давай, давай, давай. Ёб твою мать. Привет. Ты не там спавнишься, дура. Сейчас она чаржится начнет. Ох, мать твою. Да ёперный театр. Да твою же мать. А, я, пожалуй, обратно полез.
Россия. Она опять там из этих соплей вылупляется. Ёкарный бабай, ползи! Он не ползёт. Предлагаю представить, что эта бочка, этот тот, кто придумал этот босс-файт. Мать его, кино водил. Тупое животное. Ох. Думаю, надо ширнуться на радостях. Сейчас опять там, блять, вот это вот эти вот сопли. Subject's case history cites developmental delays, indicates issues with communication, social cognition, repetitive behaviors, signs of synesthesia reported. Genealogy suggests increased susceptibility to external stimuli, pattern adaptiveness. Could you be what I've been searching for all these years, and under my own nose? Unbelievable. There can be no mistake. This one is gets compatible. Что это за ебала? What in the hell? Ну ёперный театр. Ой, промазал. Блин, друг. Подбери, пожалуйста, кишки. Ты, кажется... Да твою же матерь. Ой, Себастьян, вы... Себастьян! Слава тебе, Господи. Я думаю, у меня уже текстуры не запихают. Something startled you? Did they do something to my head? You don't look well. You should take better care of yourself. Ah.
Анархия. А, ну да, эти стулья же не двигаются. Photographs. A church. Не понял. Себастьян. А, ладно. Я думал, у тебя текстуры проебались где-то. Не ребишки-то, не к черту. Это просто похоже на невидимых ебак. Не удержался, проверил. А кого ты рисовал, Боба? Не пущают. А, хули, ну давай мы прокачаемся. Серьезно, как можно прокачать емкость магазина в револьвере? Еще барабан накрутить? Да. Салат кромсала? Салат, это да, вот, хорошо. Сейчас опять какой-то скример будет. Ты слышишь это? Ну я пытался, не хочу туда. Come on. Sebastian? Япона, мать, ты стрёмная, Лесли. Корпун. Один. Мне все меньше и меньше нравится эта игра.
same place as the photographs. А, и там из под пола тащили какую-то хуйню. В плане лапку. Почему? Я не люблю скримеры, хорроры и все это дерьмо. Еще не люблю кривую херню, которая здесь вместо хитбоксов. Не хитбоксов, а в плане попадания по оппоненту. Как я эту, блять, лауру по ней не попадал? Хер пойми, но не попадал. Ну, играю, потому что обещал. Ну, сказал, постримлю, ну и стримлю. Чё, стенка невидимая? Видимо, да. Не то, господи. А, ее ж сломать надо. Точно. Ну как, я не против этой игры, если тут не будет таких кривых босс-файтов, как предыдущий. Вот эта вот херня, которая была там вместо босса, это просто забей. Себастьян бьет какого-то бомжа, блядь, который лежит вообще. Вот лежит и лежит, никого не трогает, он его бьет. И как здесь построено? Где полоска ХП? Сколько раз мне узнать, что я надо убить? My head wouldn't stop buzzing. It felt like it was about to crack open. But now it's like I'm starting to get used to it. You seen Kidman? No. Next thing I knew, I was here. I must have blacked out, or maybe I turned again. Inside. Let's go. Я сажусь из соседнего подъезда. Алло, алло. Положи топор. А куда топор дел? О, вот вспышка. Святой отец.
Алло, ты как тут оказался? А, типа у нас вторая глава Tower Defense. Tower Defense. Тетенька, продайте мне 1000 презервативов. Я, блядь, на них свяжу их, блядь. И... Сука. Топи сюда, пирожок. Ай. О, жирный. Какой пассажирный. Твою мать. Мать твою, монашка! Вот вы видите мою полоску ХП? Нет, и я тоже не вижу. I think we've got to get out of this place as fast as we can. Сколько тут всего этих ёбаный насрал. А, и хилки есть, прикинь. Идем, я тебя потрогаю. О, да. Слушай, а я за... Я... Пирожочек. Никогда не любил болтовки. Блять. Кем бы ты ни был, чувак, но ты падла. Ну вот куда этот даун пвпшица пошел? Яйца ему что ли жмут? Thank you.
Ёба меня срал. Да в ноге дырка, брат. Привет. Отвлекайте меня. Да где я там вообще нахожусь-то? Ёб твою мать. Лутец. Ноуп. Да не умирай ты, нюня. Пацаны! Слушай, а ты можешь меня тоже так же потрогать по-братски за какое-нибудь место, чтобы я похилился? Конечно. Пошел ты нахуй, орел. Ни хурма себе. А Себастьян у нас неприличный хуй. Себастьян, тебе не стыдно? Как-то стрёмную болтовку с непонятным прикладом. А Икс он вообще где-то какой-то странный такой. Слушай, откуда эти типы стреляют? Там же нет нихуя. А, вон оно что. Ох, Себастьян, тебе дыхание-то задерживать учили или нет? Ну ёб твою медь. Куда подходить? Почему по-другому? Шмышля. Себастьян, блядь. Себастьян, блин. Опять эту нюню там насилуют. Я просто даже говорить ничего не хочу.
Ты такая нюня. Не топай по нему. Это мой пирожочек. Оп, твою мать. Себастьян, хватит. Где этот-то даун хп потерять успел? Иди, все, пвп. Ой, нюня. Ой, дядь. Братан. Чё развернулся? Иди дерись, я тебе могу трогать сколько влезет. Давай, давай. ПВПшься. Да ладно тебе. Все, 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 иди давай. Мели комбат. Ох, ёб твою мать. Святой отец. Святой отец. Лежите, не вставайте, святой отец. Ах ты, падаль. Сейчас матч беттер. Иди дерись, сопля. Твой отец, ваше место на небесах. Я прям так негодую, так вот как на меня у ловушки стоит, а как Джозеф рядом спринтует, ей вообще похер. Враг, друг, борщ, пирожок. Блять, ты чё там делаешь, дебил? А как в мели-то ходить? А вот так. Ну, по-моему, они вошли в друг друга. Джозефу явно нравится. Сезам, откройся.
Всем-всем, откройся. Мамин стелсер. Мама говорит, я незаметный. Чё это там сопля это делает опять, если у меня тут господа ходят? А, его там пиздят. Ну да. Идем потрогаю. Иди сюда, сопля. Вот так вот. Святой отец. Я истинно верю, что ваше место на небесах. Это никогда не станет неактуальным. А, нет. Воистину, Акбар. Ну чё, Лола, делаем ставки. Сосу я или... Да иди ты, пень! Ты в порядке? И нога такая в сторону откатывается. А ты тоже там в порядке? Ёп, твою мать. Нет, флик... Джозеф! Блин, мать твою за ногу. Тебе топор нахера дали, чтобы ты, блин, на него дрочил? Я не понимаю. Идиот. Йолрайт, иди дерись, блять. А йолрайт. Вот, вижу цели, не вижу препятствий. Иди ему в борщ. А ты топор себе в очко засунь. Джозеф! Ёкарный бабай, Джозеф. У меня болты залипли. Да, да, так этого Джоса. Да и да, блин. Имс. Да ладно, блядь. Как ты опять по лицу-то получил, Джозеф? Пельмешек ты мой любимый. Вот сейчас нормально. Дядь, дай топор погонять. О, выгодная замена. Джозеф. Косой уебок.
Вот это я понимаю. А мне наверх. Так, гитара заиграла. А, опять да. А чё она заиграла? Не знаю. Ай. Прям в очко прилетела. Твою мать. Окбар! Оперный театр. Окей. Что это было? Не понимаю. А что это было? А, это был донят. Какие-то я настраивал месяца два назад. Осталось найти... А, во. А, от Лолы. Спасибо, Лола, большое за донять. И я поберегу его. Правда, этот хрен меня вообще не бережет. Ты видела? Нет, ну ты видела, как он мне сейчас дал в борщ просто? Твою мать, Джозеф! Топи, блядь! Долетело. Сука. Ай. Алло, Акбар! О, пуленьки. Всего одна. Не густо. Там большой сладкий пирожок бежит. Лестницу занял, пидор. Блин. Вот теперь лучше. Топор!
Да ёкерный бабань. Нет, нашел время лутануть. Йоу, Джозеф, за это я тебя потрогаю. Мистер Лукет. А пулик-то нету, пулик-то нету, пулик-то не дали. Ну-ка. А прыгай ты, Джо. Ой, как там Себастьян. Пирожочек нет. Какого хуя Себастьян? Что це було? Сейчас прям по очку прилетит. Okay? Нет, I'm not okay. Ай, прям по балде. Что за человек? Ай. Слушай, а вон тот молодой человек перестанет делать свое грязное дело, если... Есть, пожалуйста. Куда ты полез, Джозеф? Ты что, дебил? Минус один. Святой отец. Терпение. Джозеф, смотри. Это два. Изи. Ни разу еще за всю игру на фуле не бегал. Все время покоцанный. Вообще сейчас надо бы шлепнуть вон того пирожочечка. Но он мигается, падла. Не, он-то бегает, я знаю. Он... Месье. Ага, аутофема. Thank you.
Я твой башка своим топором-то искал. Манал, любимый и так далее. Да ёб твою медь. Пирожок, нарандомься, нарандомься. Ух, ничего ты, каратист. Иди к черту. Сейчас я как махну палочкой своей волшебной. Отвлекайся. Я понимаю, что тут бесконечный респаун, не собираюсь их фармить бесконечно. Я тут хожу, что-то делаю. Нет. Ты, как ты думаешь? Сам деле мне очень интересно посмотреть, насколько этот респаун бесконечный, если сейчас так же, как с тем пирожком сделать. Выходи, подлый трус. Какие люди в Голливуде? О, слушай, мне интересно. А, не, не хватает. Ёкарный бабай. А где этот пучка? Блять. Блять, а можно какой-то перерыв? Да ёб твою мать, перерыв между чарджами. А чё, чем я тебя воевать должен, братан? Да ёб твою мать. Привет, Морф. Ну вот, меня как раз шлёпнули, я могу написать. Там Сашка, кстати, стримить начал. Так вот, я уже могу написать текст. Донякеры. Не.
красивым комиксанцем. Значит, с италиком. Ах, хуй знает, что по размеру, кстати. Напишем, значит, топ. Блять, что-то маленькое. Сейчас пожди. Блять, цвет. Донятеры. Донятеры. Вот так вот. Двоеточие. Лола. Выбрать цвет. Здорово, Дархам. Рыженький, чтоб красиво было. Окей. Не, у нас оранжевый, у нас рыженький будет, что сразу розовенький-то. Не, ну в принципе. Ну блин, я не знаю, как сделать розовый нит отдельно. Сука. Что, мне интересно. Будем оранжевенькими. Да ладно тебе. Оранжевый тоже классный. Что это за гугно? А, окей. Пизду иду светить, отец. По-моему, я не в ту сторону воюю. Чё, всё? Чё-то я как-то даже хз. Holy fire! Вспоминай ГП. Берешь такой себе просто, на уши трусы натягиваешь и кричишь. Holy fire! О. Покатились, сука. Покатились, блять. Катись, сука. Ага. Здорово, пирожок. Я факел проебал. Хорош вандалить. Давай. Махни своей пилой. Кривое говно. Убегаешь? Окей. Ну, приходи еще завтра.
Может, еще постримим эту же тему. Не уверен на 100%, но скорее всего так и будет. Блять, не так. О. Твою мать, бочка откатилась. Можно, я ж стукал. Твою мать! Я все не застал. Где-то на самом верху стоит есть. Возможно. Но если пропустил, хрен с ним. Блять, Кастельянос. Алло.
Ага. Блядь, Кастельянос. Чардж у него кончился. Ой. Что-то меня когда-то вымораживает немножко. Почему этот тип просто не пошел и, блядь, не оторвал ему яйцо? Просто выбежал по мине на похер. И доволен. Фу. Да ёб твою мать! Давай еще раз заберемся. Чё, хули нам летателям? Кстати, лестница же там была, можно было пройти. Чёрт с ним. Привет, Нюнь. Блин, подошел вовремя. Засистил. Как можно? Да, можно, наверное. А чё бы нет? Болт принципиально не летит в голову?
Чё? Происходит. ХПшки апнуть. Стамина? Нет. Стамина не нужна. Вот от прокачки стамина не перестанет стоять и дышать как слон. Что такое? Kidman is okay? I don't like that they used her as bait. Almost like someone's toying with us. Hang in there. Just a little further. Что за труп? Ой, нет. There are only two. We can take them. No, that's not. Joseph! You okay? I'm fine. No need to worry. Huh.
Ну, чё? Будем идти? You should have just let them. Huh? And the hell? It's just a matter of time. It's better this way. What the fuck? Блять, животное, ну почему нельзя убрать этот мостик, который ты скинул? Ой, граната. У меня пуль не было. Но Себастьяна это не волнует. Joseph, are you all right? Yeah. Да. This looks like some kind of a marketplace. Вандальничает. It looks deserted, just like everywhere else. We ought to keep moving. В смысле не будем тут лутец? Анархия. Да, блядь, Себастьян, повернись. Мой сюжетец. Father was a stern man. And I thought intelligent, but he was also pious, a believer. Somehow he always supported the church, no matter what the newspapers said. He waved away the allegations as if they were infallible. The wretched, the vermin, the stern, all were taken in by that church. They were promised salvation and eternal life. But there's nothing they could promise that I couldn't take away. Такая себе мотивация.
it seem a little harder to move lately? Мне кажется, кто-то слишком много жрет. Ладно, идем сюда, чекпоинт, да и... Спать пойдем. Или не спать. В любом случае закругляться. Что-то я заустал играться. Where do you suppose we are? Well, like when? This architecture seems straight out of the Middle Ages. Yeah, but there's electricity. Elevators. Place can't be real. It's like jumbled up memories. Here for a minute. Is this what it was like, Seb? After the accident? Well, I never put a gun to my head. No, of course not. Just quietly sank into a bottle. We can't all be perfect. It never affected my work. But hey, you read the IA report. You know I didn't report you because I was worried about your work, Sebastian. What else is there? We don't have time for this. I need my partner here. I'm counting on you. Find something? Maybe. It's all symbols. Some kind of cult. Could be useful. I think I'm okay. We should probably get going. Ладно. Спасибо за то, что пришли. И так далее. Увидимся, скорее всего, завтра.